первый день работы кинофестиваля «Зеркало» в Плёсе открылась выставка шведского фотографа Ларса Олафа Лотвола «Андрей Тарковский. Мой незнакомый друг». На суд зрителей представлено 20 снимков. Лотвол работал с режиссером на съемках фильма «Жертвоприношение». В случае с Тарковским это не просто съемки кино, это творчество, рождение искусства. Запечатлел Андрей в разных моментах работы это и... Он все любил делать своими руками, все поправлять. Вот он поправляет макет домика, подарок сына герою. Ну, удивительные портреты представлены на этой выставке, которые стали классикой фото летописи Тарковского. Ларс Олаф Лотвол и Андрей Тарковский общались через переводчика, но не всегда иностранец понимал кинорежиссера. Марина Тарковская вспоминает забавную историю. Брат был категорически против того, чтобы в кадре перед домом героя цвели дуванчики. Андрей Арсеньевич попросил съемочную группу вырвать вульгарные желтые цветы. Олаф понял так, что Андрей наклонился и рвет эти цветы, что он просто собирает букетик, и тоже стал рядом с ним на колени, тоже стал рвать эти цветочки. Но он просто не понял, в чем дело. Правда, такое недопонимание возникало нечасто. Эта фотография особенная. Последний съемочный день фильма. Нужно было скосить траву. Но даже такую нережиссерскую работу Тарковский никому не доверил. С удовольствием косил и, что редко бывало, позировал Лотволу. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.